Всем привет, всем привет! Все время началось. В общем, вон вам отчет, ребята, слева 48 минут до окончания. В общем, закрытие, ребят, 16 число. Все подарки по 32 закончились. Вообще все распродали, причем двое суток назад. Но хотя такая же акция была на Новый год, там раскупили все за 2 дня. Ну, в общем, вот такая. Здесь я все выкупил, ребята, у меня 389 осталось еще. У кого есть, выкупайте энергетики, потому что бои всегда есть, боев он дофигища, а этих не хватает. Я скрутил все, ребят, все, что было у меня, там было около 60 тысяч. Я потратил почти все ринги, 10 рингов осталось, это мне чисто на один клуб. В общем, я открыл еще здесь почти 60 ключей, чтобы были торны. То есть, в общем, много я что сделал. Четко. Ну, в общем, и так и не хватает. Ну, подарки надо открывать, потому что сейчас, если звезды с них выпадут, можно будет еще докупиться и докупаться до нуля. То есть полностью. Поэтому, ну, никак. Давайте начнем с самых гаденьких и самых мелких. Ну, что-нибудь бы хоть бы выпало такое интересное. Хотя сейчас по квидам посмотрим. 250. Ну, я думаю, что не выпадет нифига хорошего. А, не, блендер 11. Кстати, да, крионизатор должен еще выпасть. Он всего 5 уровня, он должен быть хотя бы 6. Ну-ка. Нет, кольцо все власти. Ну, ладно. На 90 дней продлил. Ну-ка. Еще 65. Просто я говорю, что звезды сейчас еще, может, нападают. Хотя бы еще за подарочек на один. А тут бесплатки в основном, так что тут ожидать какой-нибудь радостный прямо такой... Во! Бюджетный на 800-ничек. 800-ничек звездочек. Нет. Нет. Ну... Как сказал Мегазадрот, не везет и не везет. Ты. А я тут себя сдерживал. Думаю, все-таки купить или не купить на акцию подарки. Ну, имею в виду за 32 рубина. Думаю, 500 рублей вкину. Ну, хоть одну печку-то дай. Вот за всю, ребят, одно кольцо. Что за издевательство? О, не, кружку дал. Фу, слава богу, у меня есть теперь столивар. 2000 звезд выпало. О, не, кольцо седьмое. Фу, ну все, ладно. Блять, ни чипователь не падает. Ни крионизатор не падает. Да ладно эти. Да. Ну хорошо, ладно, все хорошо. То чувство, когда ты ждешь печку, ждешь, а падает крионизатор седьмого уровня. Блин. Ну все, ладно. Я, конечно, расстроился. Потому что, ну, это просто, ну, сильно нереально. Единственный подарок более-менее адекватный за полтора ка. Все. Ну и давай вот так. Эч! Все. Так, 5/7. Ну, потому что на следующее, ну, что я там делать? Ну, будет как обычно, то есть сейчас начнется накопление рингов на зиму. Эх, не буду. Аллилуйя, ну хоть одна, блин, ё-моё. Аллилуйя. Ты. Ладно, не для донат, ребят, печка четвертая, которая приносит по 5 модулей, это уже прям очень классно. Все. За всю акцию, короче, все. Да. То чувство, когда у тебя кольцо все власти, а плюс 8. Давай! Я еще 500 голов, сколько я сейчас накуплю этих. Так, ну самое смешное, что мне нечего взять вообще на эти. Сейчас будет векселей, это целая гора. А взять нечего. Так.
И не забываем, ребята, там модули можно будет докупить еще до 19 числа, поэтому сейчас можно их не тратить. То есть в магазин зайдите, они сейчас есть, вот можно будет что-то докупить. Вот мне бы желательно, конечно, до 900-ника добрать, чтобы, допустим, прицел или квант 5 докупить. То есть мне там децел остается, и где что взять, я вообще пока не представляю. Но думаю, сейчас придется, наверное, видос еще записывать по ключам. И втайне от всех вас, ребята, я открою еще подарков. И никому не скажу, что мне выпало. Ладно, всем, ребята, спасибо, кто смотрел. Все, акция удалась, я вытащил печку плюс один, ребята. Я плюс один печку, блин, вообще просто. Там плюс три я на прошлой акции вытащил, и я меньше подал. Здесь столько, я столько звезд потратил, вообще столько... Можно было посчитать, сколько подарков на прошлой акции было и на этой акции. Ну, имею в виду, получается, я как раз на той летней вкидывался. Ну ладно, это уже фигня. Ладно, ребят, всем счастливо, акции конец. Начинаем накопление на зимнюю. То есть все остальное можно сильно игнорировать, выкупать только бесплатки и можно материться. Поверьте мне, там ничего хорошего не будет. Давайте, всем счастливо, спасибо, кто смотрел.